подготовке к ЦТ я задумалась только в начале года учебного, и то только, наверное, в октябре. И решила сходить на пробные занятия, на курсы. Хотела попробовать разные, но я только вот на эти сходила и сразу решила, что буду ходить сюда. По биологии у меня очень хорошо все было. В 10 классе я записался на курс для 11-го, потому что мне этот предмет больше всего нравился из школьной программы. Записался я к Моралиной Алле Алексеевне. Очень хороший преподаватель, добрый, харизматичный и отзывчивый. Приходишь, она тебе дает вопрос, ты отвечаешь. Потом в конце урока новую тему проходишь, ты эту тему дома изучаешь и приходишь и так по кругу. То есть все проговаривается, все повторяется. Но мне больше всего нравилось то, что задают какие-то вопросы не только, которые могут встретиться в ЦТ, а на размышления, чтобы лучше понять разные моменты. Это больше всего нравилось. И то, что преподаватель был нацелен на результат, то, что она нас мотивировала учиться и задавать лишние вопросы, говорила то, что не существует глупых вопросов, нужно обязательно спрашивать. От РТ к РТ там шло по 12, по 15. И на ЦТ набрал 86. А на ЦТ получила 80.